такой завтрак в итоге получился у меня. И мои подруги. Еще возьмем вкусняшки, но чуть попозже. Что, приятного аппетита! Ну что ж, ребята, вот такой был замечательный завтрак. Я считаю, что он очень неплохой. Голодными вы точно не останетесь. И вам это однозначно понравится. Вот так выглядит столовая сверху. Здесь мы кушали, вот в этом месте. В общем-то, еда достаточно разнообразная. Фрукты точно разнообразные. Что-нибудь каждый день доменяется. Вам здесь понравится. До скорых встреч. Ставим лайки, подписываемся. И... пока-пока. Смотрите новые выпуски.